третьем выпуске «Киндер-про» с маленькими и не очень поговорим о важном и серьезном. Сколько должен зарабатывать мужчина, а сколько женщина? Я думаю, что мужчина должен зарабатывать 2000, чтобы одеваться хорошо, а не бомжами ходить. А еще узнаем, что нужно носить, чтобы выглядеть стильно. Мама мало, а папа много. Сейчас смотрим стиль бог, в котором смешивается современное. Штаны такие немного порванные. И напоследок раскроем самый главный секрет, о котором все стесняются говорить. Ты издеваешься? Живота, конечно. Появляется через свет, через пупик. Пробуем, советуемся, спорим и рассуждаем. Каждый вторник в 20:30 на Первом городском.